Доброго времени суток, друзья, подписчики и зрители, с вами Грегори, и это 18-й выпуск второго сезона проекта «Город на карте». Долгожданный выпуск. В общем, сегодня поступило очень много объявлений, это связано с Пономаревским сквером, друзья. В общем, все дело в том, что я решил, можно сказать, расширить территорию, сделать жилой массив вокруг самого сквера. Но есть новость в том, что это... Два микрорайона, то есть этот микрорайон, первый, второй микрорайон и жилой комплекс Красные Ворота будут объединены в один квартал. Квартал будет иметь то же название, что и тот сквер, Пономаревский. Также увеличилось количество населения, сейчас теперь 8120 человек. Осталось еще немного, но идти для достижения еще нужно будет. Для получения статуса город нужно как минимум 10 тысяч человек. То есть пока что сейчас проживает 8120 человек. Короче говоря, поселок сейчас, а не город. Ну, не обычный поселок, поселок городского типа. Также расставил специальные таблички, то есть площадь Ленина, то есть надпись на русском, английском и на немецком. То есть Ленин Плац. Deutsche Meister. Тут тоже расставлен у нас Пономаревский сквер, это тут Пономарев Гартен, то есть по-немецки Пономарев Гартен. Ну короче тоже, то есть на русском, английском и немецком. Но это не совсем обозначает то, что типа военсатовские три языка из них один государственный, то есть русский, английский и немецкий. Также добавил памятник Советскому Союзу, то есть в виде серпа и молота. Дальше надпись «Слава Айсатовску, слава рабочим Айсатовска». То есть надпись на русском, немецком, внизу на английском, на французском, итальянском, хотя это вот тут на итальянском, тут на французском, а тут, господи, че же за фигня со мной. Ну короче, то есть на русском, английском, немецком, испанском, французском, итальянском языках, все. Также добавил вот этого здания, пока что внутри ничего нету, но я оставил надпись типа «Сдается в аренду», то есть телефон арендатора. Но этот телефон, номер телефона, как такого, можно сказать, вымышленный. Вот. Внутри вот такая вот коробка, то есть... Сейчас. То есть 24, размер 24 на 16, то есть... Если есть у вас идея по поводу этого здания, то... Дайте мне об этом знать в комментариях под видео. Правда, мне сейчас уже начали предлагать, типа, построить аэропорт, телецентр, зоопарк. Про телецентр это уже, можно сказать, это уже пора начинать строить, а вот про зоопарк, аэропорт и ряд других, а пока что отмалчиваюсь. Про другие проекты, типа вокзал я чисто молчу. Выше, что у нас новенького, я добавил еще одну многоэтажку, то же самое, что и вот это, правда, немного другому окрасить, то есть эта вот часть, сделана из синей керамики, а это из голубой. Также добавил пятиэтажку по типу, похоже на общежитие. В принципе, да, вот в 70-х годах в Челябинске, в том городе, где я сейчас живу, именно тоже строили общежитие, то есть... Но потом Советский Союз развалился в 90-х годах, а потом в нулевых начали дома приватизировать, в итоге ряд домов перепрофилировано в жилой дом, а некоторые остались в подчинении университетов, больниц, заводов, но с небольшими изменениями. Рядом стоит еще один такой же дом, правда, уже без полоски из красного песчаника. Но уже, и тем более, в другом окрасе. В принципе, сзади сторона такая же, как у хрущевок, то есть, такая вот...
Ну, я строил на основе того дома 121 серии, который вот стоит за детским садом катили. Вот такое. То есть я сделал, в общем, я, можно сказать, повозился с вот, фасадной частью, вот с задней просто тупо оставил как есть. В принципе, я это просто называю как закос под челябинские общежития 70-х-80-х. Правда, не совсем оригинально. То есть, изначально я хотел построить, но меня лично колбасит, меня или что. Вот, честно говоря, мне просто, можно сказать, было лень делать, на самом деле. Буду честен. Мне просто тупо лень было делать. В той точке, мне тогда было неизвестно его серия дома. Но потом покопался, выяснил, что это 80-я серия, то есть. Но меня бесило единственное, что вызвало головную боль, это расположение балконов. Но я все-таки решил, можно сказать, взял себя в руки и, можно сказать, и все-таки повозился с этим зданием. Дом почти тот же дом, что и стоит вот здесь, вот ничем не отличается от здесь, кроме того, что здесь отсутствует ободок, то есть из песчаника красного кладку. И немного изменен вход. Подъезд вот такой, почти застекленный. Внутри такой же, можно сказать, интерьер, как у тех многоэтажек, то есть десятиэтажных. Так что ничего особенного здесь нету. Но особенный плюс, друзья, в том, что я, можно сказать, расширился жилплощадь, а соответственно еще и расширился коридор здания, то есть. Для сравнения, вот, зайду в это здание, то есть, вот эту многоэтажку. То есть немного другое. Вход в подъезд, то есть вот, с козырьком. Тем более два входа, а тут один, то есть два входа, а тут дверь стоит посередине. К тому же вот здесь вот. Так, сейчас подожди. Может быть здесь вот ширина, то есть составляет не здесь вот ширина этого коридора составляет 4 блока, в то время здесь вот уже 2 блока, то есть на пролете между первым и вторым. Ну вот тут, друзья, самое интересное, друзья. Здесь уже самое интересное. Тут если учитывать то что здесь то, что в той многоэтажке, которую вы видели недавно, там ширина, то есть длина коридора составляет 4 блока, то уже здесь 7 блоков. А вот на пролете столько же, вот, ну, правда, ну, то есть почти столько же, ну, 6 блоков максимум. Этот уже пролет между пятым этажом и входом на крышу, можно сказать, полузакрытый. То есть в него никак не пролезть. То есть. И пускай проход мой максимум только 3 блока длина. То есть 3 на 3 блока. Тут 6 на 3, тут 7 на 3. То есть получается, что здесь коридор, можно сказать, намного шире. Ну и эта вот часть тоже стала шире. То есть. Намного заметно стало. И даже вот такая стена образовалась. В принципе, я про вот этот дом, сказать, успел, мог, смог рассказать, сказать, на этом все сказал. Дальше, для того, чтобы этот жилой комплекс оправдал свое звание, я решил сделать внутриквартальный проезд, как в первом микрорайоне. То есть он начинается на Комендантском проспекте, заканчивается на улице Бакинских комиссаров. То есть прямо, то есть затем поворот, еще один поворот направо, потом прямо, поворот налево и прямо до сюда. Так, пропишем. Также, можно сказать, то есть обустроил двор этого живого здания, то есть добавил 3 детские площадки, провел тротуар, поставил освещение, то есть на асфальт, то есть на сам тротуар, хотя вполне необычно смотрится.
и добавил парковочную зону. Вот. Этого как раз не хватало. И в качестве бонуса, друзья, в качестве бонуса я добавил детский садик номер 4. То есть уже тоже типичный детский садик в виде буквы М, но в другой окрасе. То есть вот то есть, эта часть окрас... Этот край здесь сделан из синего синей керамики, а этот из розовой. В принципе, все. Ну что ж, друзья, в принципе, я смог все рассказать, все, что я хотел. Понравилось или нет, решать вам. А с вами был Грекари. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите идеи. Всем удачи, до новых встреч. Пока.